Так, а сейчас небольшое видео для владельцев или коллег, у которых есть вот такой вот Chrysler или Dodge, наверное, караван. В принципе, они машины одинаковые, похожи. Дизель. Это вот 99-й год, 2,5 турбодизель машина. И есть у нее одна такая проблема с двигателем. Это вот эта вот штука. Вот. Расширительный бачок называется. Стоит он больших денег. А сам по себе очень хрупкий. И очень плохо он тут сделан, поставлен. Короче говоря, этот бачок является причиной, наверное, многих капитальных ремонтов или дизелей 2,5. Потому что он не ремонтируется, а ломается очень легко. Вот. Я с ним сделал просто. Я вот так вот его взял. Так вот. И выкинул. Потому что мне надоело с ним бороться. Найти его своевременно не мог. Был он очень дорогой, вот видите, я его ремонтировал разными составами, разными суперклеями, чем только я его не лечил, толку от этого никакого не было. Вот. А так как вещь дорогая, и найти на разборке, купить точно такое же барахло, может даже еще и хуже, никто же не знает, обычно ломаются все те же детали, которая и у тебя ломается. Поэтому решил я сделать несколько по-другому. Выкинул его и поставил себе вот это. Вот это переделал систему немного. Это расширительный бачок от Passat, знаменитого Passat 3, над которым все смеются, но тем не менее таких машин полно, и поэтому вот эта запчасть, она как бы очень легкодоступна, и стоит она копейки. Вот. И поменяв вот это, и у меня пропали все мои проблемы с перегревом, разогревом двигателя. Уже 2 года я езжу с таким бачком. Вроде как смешно, да? Вот смешно. Но работает. Работает система, и двигатель в порядке. А так как я езжу на машине уже 12 лет на этой, на одной и той же, поэтому могу смело сказать, что вот эта вот система будет работать. Вот так вот. Погода у нас замечательная. Если кому-то поможет это видео, буду очень рад.